struggles off your shoulders. We don't do it that told us. So I don't wanna be another face in the crowd. So I can't slow it down, no. So I can't slow it down, no. They write us off and say it's just another opinion. I'm tired of trying to fit in when I'm one in a million. So I can't slow it down, no. No, I can't slow it down, no. I'm never gonna follow just because they say so. I'm never gonna let go, let go of this high. I've already hit the low. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Максим, я рад приветствовать вас на очередном видео Red Technology Industries. Сегодня вы можете наблюдать, как одна руфлет сидит на другой руфлете. Сегодня мой день рождения. Мне исполнился 21 годик, и я хочу безумно всех поблагодарить за поздравления, которые я сегодня услышал. Вам огромное спасибо, мне очень приятно, вы даже не представляете, что значит для меня каждый комментарий, каждый лайк. Все это, что для меня значит, и вы большое, что вы со мной. И признавайтесь честно, специально набрали больше 21 тысячи к моему дню рождения. Спасибо всем, мне очень приятно. И я буду стараться для вас дальше делать все круче и круче видео. И надеюсь, никогда вас не разочарую. В конце хочу сказать, что очень часто задается вопрос, как стать таким, как я, как добиться всего. Поэтому я рекомендую посетить одну школу, которая поможет вам подготовиться к различным экзаменам, чтобы поступить в топовый вуз. BeGeek поможет вам с любой точки мира подготовиться к экзаменам по математике и информатике, ЕГЭ, ОГЭ, ДВИ и поступить в топовые вузы, как МГУ, ВШЕ, МГТУ имени Баумана и другие не менее хорошие вузы Москвы и не только, даже если вы не отличник. Не нужно сейчас думать, что это будут скучные уроки, как в школе, ведь вам предоставят преподаватели, которые простым языком смогут объяснить все эти сложные вещи. Современный подход в обучении, что большая редкость в наших реалиях, бесплатные вебинары, мастер-класс и методику «Перевернутый класс». Все преподаватели школы ежегодно сдают ЕГЭ для проверки своих знаний и поддержки учеников. Последний результат 100 баллов по математике и 97 по информатике. Также школа сотрудничает с российской платформой для разработки онлайн-курсов «Степик» и создает массовые открытые онлайн-курсы. А в будущем планирует курсы по программированию как для молодых людей, что еще в школе, так и для студентов и уже работающих программистов. Все ссылки вы найдете в описании, а для подписчиков канала я договорюсь о скидочке в 25%. Главное, запомните, ничто не свалится вам с неба, всего нужно заслужить путем саморазвития. Цитируя Старка, «Если ты никто без своего костюма, значит ты его недостоин». И не бойтесь этих слов, никогда не поздно начать, и всегда можно найти поддержку и понимание как минимум тут, на этом канале. Главное, чтобы было желание добиться результата, несмотря на то, что придется попотеть и пройти неудачные попытки. Так что знание, знание и еще раз знание – ключ от всех дверей во вселенной.